Здравствуйте, друзья, с вами Юрий Притиск. Сегодня я хотел уточнить о премии Альфред Фрид Фотографии Эвард. Дело в том, что она сменила свое название с этого года. Она будет называться Global Peace Photo Award. Это действительно мировой конкурс, на который собираются фотографы более чем из 120 стран. С 2013 года конкурс проходит на ежегодной, на постоянной основе. И конкурс для всех бесплатный. И, кроме всего, с огромными-огромными наградами в 10 тысяч евро для победителей. Конкурс вдохновлен лауреатами Нобелевской премии мира Альфредом Фридом и Тобиасом Ассером. И ждет ваши работы до 24 мая 2020 года. Покажите на них, как выглядит мир в вашей интерпретации. Конкурс посвящен миру. Моя фотосерия «Апокрифы» выходила в финал этого конкурса пару лет назад. В своих фототренингах я неоднократно упоминал победителей и финалистов этого конкурса в качестве тех, на кого можно равняться, с кого стоит брать пример. Конкурс большой, глобальный, теперешний Global Peace Photo Award проводится в партнерстве с фондом World Press Photo. Победители получат значимые призы от 10 тысяч евро до 1000 евро и будут приглашены в Вену, в Австрию и, конечно же, будут оплачены все транспортные расходы и проживание. В случае выхода в финал этот конкурс гарантирует вам известность. Это сотрудничество выведет вас на еще более высокий уровень. Это прекрасная возможность для любого фотографа привлечь внимание всего мира. А также ваши фотографии в случае выхода в финал и победы будут демонстрироваться в парламенте Австрии, будут путешествовать по другим странам, выставляться в Италии, а кроме того, будут представлены на широкоформатных рекламных щитах площадью 100 квадратных метров вдоль так называемого Südosttangente в Вене, где ежедневно проезжает 180 тысяч автомобилей. Ваши работы на самом деле увидит весь мир. Внимательно читайте условия на сайте. Всем желаю успешного участия и побед. С вами был Юрий Притиск.